Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы начинаем наш репортаж с самой масштабной вечеринки московского городского. Ученые до сих пор спорят, сколько же лет прошло с последнего мероприятия. Все приводят разные даты, но кто-то считает, что крайний раз был во времена динозавров. Но все это не важно, ведь Red Brick 2023 официально начинается! Сегодня. Я сегодня промоутер мероприятия, вот раздаю на улице, чтобы побольше людей к нам пришло. Спасибо вам большое. Вы делаете это бесплатно? Я делаю это за возможность вести сегодняшнее мероприятие. Ребята, там Слава Барсов, пойдемте, ребята, там Слава Барсов, он разговаривает с нами. Здравствуйте, я фанат. Но я хотел бы вам сказать одно, смотрите, у вас такого нету. Где он у вас, где? A few moments later. Ну, простите, пожалуйста, я из... Ну и как на любой масштабной, крутой тусовке, ребята первым делом сели на пуфики и отдыхают. Скажите, пожалуйста, почему именно этот пуфик вы выбрали? Это была случайность, сама судьба мне придала этот пуфик. Молодой человек, здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Максим 2003. Здравствуйте, Максим, очень приятно. А вы знаете, что у нас сегодня будет живая музыка? Да, я знаю, что будет живая музыка. Я даже захотел немного помочь, поэтому я сегодня пришел со своим инструментом. Ламповый голова! Пока не знаю, как я смогу проявить себя, но я долго репетировал. Самый главный вопрос. Людей в зале посчитали? Нет. Ну поехали. Раз, два, три, четыре. Кристин, ничего не мешало прийти. Знаете, когда речь идет о Red Brick Party, ничего, просто ничего мешать не может. Абсолютно. 715, 716. Дорогие друзья, наблюдайте этот локомотив праздника МГПУ. 1901. А вот чё, пары отменили? Нет, сделали укороченный день. А вот в каком году крепостное право отменили? Зря отменили историю. Учиться надо. Человек, который сегодня разрывает танцпол, посмотрите, а? Ага, качайся, давай. А, ребят, нам разрешили немного нарушить правила. Я не знаю, что они там делают, но я иду к ним. Блин, Есин, ты крутой. Блин, Кирюха, ты крутой. Какие они крутые. Дэн, ты крутой. Ура! Так, ребята, привет, как тебя зовут? Даня. Как? Даня. Аня или Даня? Даня. Даня, очень приятно. Давайте посмотрим. Блин, не получилось. Давай, мы верим в тебя. Давай. Блин, ну почти. Обязательно подходите сюда. Хоть вы и смотрите это видео уже после того, как мероприятие закончилось, вдруг здесь останется автомат, вы подойдете и выиграете какую-нибудь игрушку. А я напомню, это совершенно бесплатно, потому что это мероприятие от МГПУ. Молодой человек, здравствуйте, как вас зовут? А, меня зовут Анар. А не хотели бы вы сыграть в игру? Да. Возьмите бутылочку, давайте с вами будем, попробуем поставить ее. Кто первый? Окей. Поехали. Блин, я вижу, как там два человечка очень круто танцуют. Девчонки, а научите танцевать? Да! Давно не было такого масштаба мероприятий, и все студенты очень рады были вас видеть. Как вам? Такая радость, запускающий учебный год и такое знаковое мероприятие, когда после этого хочется с большей силой учиться, так хотелось бы надеяться. Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Илья. Да я знаю тебя. Там девчонки вон стоят, готовятся танцевать, а ты что не с ними? Ну, я ставил хорягу, я буду смотреть со стороны, вот. Ага, ну у них то все хорошо будет, точно. Да, ну как обычно. Можешь пару движений показать? Ну так вот, что там? Ага. Алекс, можно вам руку пожать? Это очень круто было, очень круто. Мне очень приятно выступать для такой сцены.
Это что-то нереальное. Я правда запомню этот день на всю свою жизнь. А, давайте одно слово, которое вы скажете всем студентам, которые посмотрят это видео. Любви! Любви! Это что, Человек-паук? Нет, я Олег, а что такое? Да тогда ничего. Так, вот, твои девчонки вышли, смотри. Вот, хорошо, водочка пошла, сейчас хоп, да, давайте, красотки, да. Вот там носочек надо потянуть, вот там чуть-чуть хотя бы. Да, вот, ой, линии как хорошо стали, ой, молодцы, ой. Они сказали, что 1 декабря у них выходит трек у Gayazov Brothers. Но мы-то все знаем, что 1 декабря состоится фестиваль открытой лиги КВН МГПУ. А что это такое? Это вау! Red Brick Fest, это вау! А если перевернуть? То это мама! Люблю маму! Пустые бутылки, скользкие конфетти и работающие люди вокруг. Вот этим закончился Red Brick 2023. А мы, вот вместе с ней, хотим сказать спасибо всем тем, кто посмотрел это видео. Обязательно приходите на все вообще мероприятия, которые вы видите в Московском городском. И спокойной ночи, сколько бы времени сейчас ни было. Пока-пока!